Этот фильм посвящается всем, кто защищал этот город. Пехотинцам, морякам и летчикам. Жителям Севастополя, женщинам и детям. Павшим и живым. Прославленным героям и тем, имена которых остались неизвестными. Вы стоите в веках, на высоких холмах, вы, как в давние дни, непреклонны. О грозе и войне расскажите вы мне, севастопольские бастионы. Как взлетавшие ввысь, здесь снаряды рвались, как здесь солнце горело в зените, как пылала тогда в Черном море вода. Расскажите вы мне, расскажите. Расскажите о том, как в окопе одном были здесь без козырки и каски, как в сверкании гроз здесь солдат и матрос смерти славу делили по-братски. Как в сверкании гроз здесь солдат и матрос смерти славу делили по-братски.
Осенью 41 года немецкая армия, которой командовал один из лучших гитлеровских полководцев генерал-полковник Манштейн, прорвала нашу оборону под Перекопом и хлынула в Крым, тесня наши войска на Керченский полуостров. Севастополь оставался почти без прикрытия. Его защищали только пушки кораблей, береговые батареи да несколько наскоро сформированных батальонов морской пехоты. Кто здесь был? Политрук Фельченков, Одинцов, Красносельский, Паршин и я, Цыбулько. Не буду скрывать от вас, положение тяжелое. Враг на подступах к Севастополю, нашему городу, нашей морской столице. Военный совет флота просит моряков, кто хочет перейти в морскую пехоту и сразу на передовую. Желающие. Два шага вперед. Спасибо. Продолжайте. Ирра! Разрешаю списать в морскую пехоту. Электриков 12 человек. Комендоров 15 человек. Сигнальщиков 5 человек. Палубных матросов 30 человек, машинистов 20 человек. Командиры, выполняйте. Остаться на корабле. Остаться на корабле. Товарищ капитан второго ранга, мичман Грачев прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы. Орден за что? Испания. А, компаньеро? Вы тоже там были? Собирался, не вышло. Ну что ж, Анатолий Грачев, рад видеть вас в своем экипаже. Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться с просьбой? Я слушаю вас. Вы сейчас отбираете добровольцев в морскую пехоту? Да, отбираем людей, которых можно списать на берег. Вас, мичман, отпустить не могу. Еще вопросы? Я просто полагал, поскольку вы меня совершенно не знаете. Тем более не могу. Может быть, вы и есть тот самый мичман, на котором все на флоте держится. С просьбами о списании на берег обращаться запрещаю. Есть, не докучать с просьбами. Товарищ командир, кто поведет команду? А вот мичман Грачев. Отряд добровольцев сведете на берег. Здравия желаю, товарищ командующий. Здравствуйте, товарищ генерал. Прошу. Товарищ командующий, генерал Петров прибыл защищать Севастополь. Как вам известно, мне приказано возглавить сухопутную оборону города. Знаю. Очень хорошо. Иван Ефимович, а Приморская армия? Приморская армия. Приморская армия, или вернее то, что от нее осталось, горными дорогами пробивается сюда. Да. Знаю, досталось вам крепко. Одессе стояли насмерть. Обрела армия уверенность. А тут
Манштейна все. Танки, боепитание, аэродромы сухие. Нам там даже позиции не подготовили. В голой степи, как на ладони. Разбили нас под Ишунью. Каких людей потеряли? Когда придет Приморская армия? По моим расчетам, дня через два. Ну, два дня продержимся. Вот я ехал сюда и видел, моряки оборону заняли. Лежат на земле открыто, черные, как мишени. Надолго ли хватит? Вы уж извините, я своей властью приказал занять новые позиции и окопаться. Так воевать нельзя. Товарищ Петров, пока моряки живы, враг не проходит там, где они стоят. А я знаю. Я еще по Одессе знаю, на что способны моряки. Разрешите, Филипп Сергеевич? Пожалуйста. Слухами земля полнится. Член военного совета, товарищ Кулаков. Мы знакомы. Здравствуйте, Иван Ефимович. Здравия желаю. Бригадный комиссар Кузнецов, член военного совета нашей армии. Кузнецов. Мы уже говорили с товарищем Кузнецовым. Из Новороссийска доставим пополнение. И дадим моряков, добровольцев в пехоту. О, кстати, знакомьтесь, генерал Моргунов. Так вот, Михаил Георгиевич. Моргунов. Очень рад. Нам надо договориться о совместных действиях с береговой артиллерией. Да-да, конечно. Ну вот. Теперь удобно. Меня добрым словом помянешь. В случае чего, боезапас для винтовки. Мы так когда-то ходили. Ну, будь здоров. До свидания, товарищи. Будь здоров. Счастливо. Поминайте лихом. Товарищ Мичман. Толя, Грач, здорово. Здорово, Чук Соленый. Ух ты, как ты вооружился. Воевать так воевать. Это верно. Морскую пехоту? Угадал. Разрешить пристроиться? Разрешаю. А это Женя Приходько, вполне соленый. Угу. Командир наш. Подтянуться! Ну, становись в строй. Есть. Есть. Две машины с детьми. Пусти их вслед за ранее. Пропустите. Пора отправлять транспорт. Пропустите. Вольно! Ну, сестричка, ты когда дома? Как тихо, я же тебя провожаю. Юлька, ну я же тебя прошу. Ну он, видишь, впереди мичман идет, молодой и красивый. Ну и что с того? Ну подошла бы к нему, поговорила о том, о сём. Как же я могу? Я не могу первая. Трусиха. Меня зовут Юля Приходько. Очень приятно. А меня зовут Толя. Добрый. Что добрый? Так буду называть. Да? А почему же так? Сурово? Сурово? Я бы даже сказал строго. Строго? Да. И грозно.
Нет, правда. Я не понимаю, что вы этим хотели сказать? Сурово, строго, грозно. Это хорошо, что непонятно. Потому что тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Знаете эти стихи? Да, мы это проходили в 10 классе. Ага. А такие проходили? Брангельских рощ, прохладна тень, недвижен сон лесной. Здесь тьма и лень, здесь полон день, весной и тишиной. Нет. Нет? Но знаю. Мамаш, открыточку бы мне. Вот. Детский сад меняет адрес. Какое совпадение, мы тоже. С морем можно? Выбирай. Так, вот это вот. Спасибо. Пожалуйста. Товарищ генерал, вас вызывает командующий. Откуда радирует? Из Севастополя. Ну, уже в Севастополе. Проскочил. Иван Ефимович? Это Коломиец. Ну, как ты там? Не слышу. А? Так? Да? Слушаю. Есть, товарищ командующий. До встречи! Приказано поспешить в Севастополь. Ясно? Ясно. Командующий радирует из Севастополя. Вы в Севастополе? Да, приказал поспешить. Крылов с оперативной группой уже в Балаклаве. Как у тебя? Ползут пушки. Да, ну хорошо. Артполк 25-й дивизии на марше. Продолжайте движение. Есть. А Новиков подтягивается. Хорошо. Правее северной стороны, это в районе Белого дома, вон туда прямо, это будет Малахов курган. Сейчас мы с вами находимся на 4-м бастионе, товарищи. Ровно 87 лет назад, 5 ноября 1854 года, противник назначил штурм Севастополя. Пожалуйста, подходите ближе. Но русская армия, находящаяся в районе Инкермана, нанесла противнику серьезный удар. Итак, мы с вами находимся на 4-м бастионе, товарищи. На 4-м бастионе.
связи с уходом кораблей из города появились слухи об эвакуации и даже сдаче города. Заверяю вас, товарищи, эти слухи лишены основания. Корабли и дальше будут продолжать службу в море, выполнять поставленные перед ними задачи, помогать нашему городу. Мы не покинем Севастополь, товарищи. Пока мы живы, мы будем защищать его. Такова воля партии. Так приказала страна. Говорит Новороссийск. Передаем последнее известие. От Советского информбюро. В течение 19 декабря... Несколько раз просился морской пехоты. Рапорты посылал, ничего не помогало. Плохо просился. А мы видишь как, раз, два и полный порядок. Да уж, Потапов ему не откажет. О, Грачев, раньше я не замечал такого подобострастия, а? Ну давай, собирай вещички и ко мне в подгауз. Есть. Заняли ряд населенных пунктов, и вы в числе город Руза. Командир! Спасибо, друг. Спички норовистые, ненадежные, только посуху да потиху могут. А это вездеход. Вот так-то, дорогой морячок. Полковник я. Виноват. Извините. Я в этих чинах, нашивках морских ничего не понимаю. Убей не могу. Откуда? Из госпиталя, дорогой товарищ полковник. Нет, я говорю родом откуда. Сибиряк? Пинжак. Кто-кто? Пинжаки мы. Спинегерики, потому и зовемся пинжаками, дорогой товарищ полковник. Ну, дорогой, не обязательно. Знаю я. Мне же давали за эту выволочку. Скажи, друг, а почему я на флоте не встречал пинжаков? Мало вас? Нас много, только нас больше на север гонят служить. К стужам мы привычные. А, ну молодец. Я тебя к себе беру. Пошли со мной. Не могу я. Почему? В Севастополь мы назначены. А, мы тоже не в Ташкент собираемся. Пошли. А выволочки не будет? Лейтенант у нас все ругается. Лейтенант? Лейтенант! Лейтенант! Ко мне. Слушаю вас, товарищ полковник. Я полковник Потапов. Этого красноармейца я к себе беру, в 79-ю отдельную курсантскую бригаду. Понятно? Так и пометьте в ваших списках. Не могу, товарищ полковник. Мы направлены в Севастополь. Я знаю. Пошли. Позвольте, товарищ полковник. Билет я должен по закону, дорогой товарищ лейтенант. Вот так вот. Покорми его. Есть покормить. Декабря наша авиация уничтожила и повредила 28 немецких танков, свыше 100 повозок с боеприпасами, подожгла 3 железнодорожных состава. Откуда? Из госпиталя, товарищ полковник. Заделали под Одессой. Служил в батальоне связи. Очень прошу зачислить опять связистом. В роту связи. Фамилия? Даревич. Откуда? Из госпиталя к вам. А где семья, Даревич? Нема семьи. Жонка загибла в бомбежце. Дитязи остался под немцем. Сеструха взяла их себе в хату. Не ведаю, чи жив они теперь. Грачева его. Пойдем. В разведку. Откуда? С Одессы. В сентябре я эвакуирован по ранению. В сентябре. Лихо. Командиром отделения. Справишься, получишь сержанта. Дальше. Лейтенант Перцелава. Команда моряков с эсминца «Смелый». Товарищ полковник, просьба личного состава оставить нас вместе, как служили. Товарищ полковник, мы добровольцы.
Откомандировались в морскую пехоту. Молодцы. Оставим вместе. Бушин! Младший лейтенант Бушин. Примите моряков. Есть принять. Вы коммунист? Да, коммунист. Слушай, поговори с комиссаром бригады, может, его политруком. У Бушина есть политрук? Нет, товарищ полковник. Да, это мысль. Разрешите отличного состава. У нас же есть командир. Мы моряки. Знаю, знаю эти разговоры. Мы моряки, черная смерть и прочее. Окапываться умеете? По-пластунски ползаете? Что нам нужно в первую голову? Учиться воевать у пехоты, как мы это делали в Одессе. Ясно? Есть. Вот и учитесь. Дальше. Сахаров, как пополнение? Хорошо. Прибыла пулеметная рота. Прямо с марш. Спят. Пусть поспят, поговорить успеем. Главная база флота была переведена в Новороссийск. Отсюда шла помощь Севастополю. Сюда стягивались войска, здесь формировались новые соединения. Бригада Потапова намечалась для десанта в Феодосию. Была задумана высадка крупных сил на восточном берегу Крыма. Наступление и разгром крымской группировки врага. Всех воодушевлял недавний разгром немцев под Москвой. Генеральный штаб Красной Армии находился тогда в Москве на станции метро Кировская. Начальник штаба — маршал Советского Союза Шапошников. Сведения о том, когда выпадает снег на горных перевалах Кавказа. Там уже выпал снег, товарищ маршал. В этом году, да. А вы заготовьте мне сводочку за последние 20-30 лет. Самым подробнейшим образом. Слушаюсь, товарищ маршал. Разрешите идти? Да-да, голубчик, ступайте. Так, вы считаете... Они будущим летом двинутся на Кавказ? Есть и другие мнения. Но я лично думаю, что из всех вероятностей это наибольшее. Им нужна нефть. А где они могут найти ее ближе? А в Малой Азии? О, нет, нет. Это не расчет. Масштаба 300 тысяч. Но пока Севастополь наш... На Кавказ они не двинутся. Товарищ командующий, командир 2-го батальона, капитан Петров. Как Петров? Что, тоже Петров? Так точно. Кругом Петровы, куда ни глянь. Ну, слушай вас, Петров, как расположились? Батальон окопался. Пока все тихо, товарищ командующий. Слишком тихо, Петров. Запугали вы их, что ли? Или их там уже нет, а вы сидите и ждете? Да как нет? Есть, товарищ командующий. А почему же тихо? А вы бы поинтересовались, голубчик, спросили? У кого? У немцев. Они ведь наверняка знают, почему тихо. Языка надо взять. Языка и спросить, в чем дело, почему тихо. Как вы думаете, почему тихо? А может быть, вследствие приближения Рождества? А вы? Старший сержант Белошицкий. Ну? Наложили им под Москвой, товарищ генерал. Вот они и скисли.
Да, оптимист вы, братец, оптимист. Так точно, товарищ генерал. Оптимист. Ну что ж, Петров, позиция у вас хорошая. Держать ее можно долго. А, это предки напоминают о делах своих. Поговорите об этом с бойцами, напомните. Слушаюсь. Ну, хорошо. Капитан Петров. Командир батареи Александр. У вас тут целая крепость. Так точно, полная автономия. Энергия своя, провизия своя, все свое. Нас так не возьмешь. Товарищ генерал, вас к телефону. Прошу вас. Это закрытые линии, товарищ генерал. Прямой подземный кабель. Можете говорить спокойно. Слушаю. Иван Ефимович, это Крылов. Ждем вас, есть новости. Из-за хороших бы не стал вас беспокоить. Штурм Севастополя немцы начинают завтра, на рассвете. Угу. Острякова дайте. Генерал Острякова. Иван Ефимович. Иван Ефимович, Остряков на проводе. Да, в основном я уже подготовился. Да. Хорошо. Ну как, Николай Кирякович? Артиллерия? Готова, товарищ генерал. Декабря немцы начали общий штурм Севастополя. За три дня ожесточенных боев им удалось продвинуться на многих направлениях. В районе Микензевых высот на ключевой позиции обороны сложилась угрожающая обстановка. Если немцы прорвутся к морю, ни один корабль не сможет войти в бухту. Хорошо, что немцы. Танки! Чего вы кричите, а не стреляете? Товарищ командир полка, надо вводить орудие. А немцев чем бить будете? Они... рядом они. Так вот, бейте их в упор, подлецов. Есть в упор. Связь со мной. Расчет
Алкин! Первый взвод, старший Иванчук, поступайте в распоряжение капитана! Остальные шагом! Марш! Ну чего стоите? Бросайте матрасы! Вы куда пришли? Бросай матрасики! За мной! На передовую! Как только поднимутся, контратаковать и отбросить! Пойдешь с левого фланга! Понятно! Ремкнуть штыки! Ну что, хлопцы, покажем фрицам дорожку в рай! Вперед! Убьют! Держи! Живет как на собаке. Разведчики смотрят! Ты оглядись, оглядись хорошенько, не психуй! Оглядись! А? 17-й? Стой! Стой на месте! А пошли ты его на сахарную голову! Будет каждый тут командовать. В чем дело, дорогая? Я не дорогая, старший сержант Данилов. Да! Иди, иди, Данилова, не до тебя тут. Да! Кокин! Слышишь меня? Где Береза? Не отвечает Береза. Давай, давай. Береза! Нина Анилова вернулась. Здравствуй. Ой, я забыла, как тебя, извини. Да ничего, мы не гордые. Нина! Здравствуй, Нина! Здравствуй. Разрешите обратиться, товарищ полковник. О, Анка-пулеметчица. Ну, молодец. Ты вчера здорово выручила нашего соседа. Выручила меня в резерв на переформирование. Что же это, товарищ полковник? Почему? Да у меня пулемет разбило миной. Один металлолом остался. Это мы сейчас. Салочкин. Слушаю, товарищ полковник.
А, раз вы слушаете нас, значит, вы в курсе дела. Так точно, товарищ полковник. Действуйте. Наши туалеты. Здравствуйте. Только натуральный шелк идет на заряды для авиабомб. Как тут у вас? Тетя Аня, посмотрите. Что новенького слышно? Микензию взяли. А? Ой. Микензию. Там от Микензии одно название осталось. Как взяли, так и отдадут. На, носи на память. Спасибо. Тетя Аня, погляди, пожалуйста. Может быть, эта плата подойдет? Нет, девочка, не подойдет. Как тут у нас? Вот этот возьмем. Понимаю. Ну, тогда распишись. Еще кто такая остроумная нашла здесь? За мной на огневые марш! За мной марш! Слушай, кто это, а? Анка-пулеметчица. Из Чапаевска. Ясно? Та самая? А, та самая. Нина Анилова, героиня Одессы. Ясно? Микензия вторая держится? Да. Четыре атаки отбили. Но они наседают, вводя в бой резервы. Где сейчас бригада Вельшанского? Теперь вот здесь. Но их там осталось. Но едва ли. Пятая часть личного состава. Худо. Да.
хуже не бывает. Пусть Богданов за ночь пристреляется, а утром поддержит Маккензию вторую. Кто там? Товарищ командующий, разрешите. Ну? Телеграмма от Октябрьского. Корабли идут, говорили. Завтра на рассвете прибудут 5 кораблей с пополнением. Идут под флагом командующего флота. Ура! 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 Острякова, Моргунова на провод. Зенитчиков ко мне. А артиллерия обеспечит высадку. Кулаков знает? Так точно. Соедините меня с ним. Богданову подавить артиллерию противника. И пусть больше ничем не занимает. Ясно. Господин генерал-полковник, почему не взята Маккензи 2? Мы потеряли 24 танка, у вас осталось 30. Я полагал правильным сохранить их, экселленс. Я назначил вас командиром танковой бригады, а не ангелом-хранителем. Мне нужна Маккензи 2. Вы должны были взять ее, а не думать о цене, которую за это придется платить. Атакуйте всю ночь, беспрерывно и настойчиво. Утром Маккензи 2 должна быть взята. Я очень высоко ценю вашу жизнь, полковник, но за Маккензи 2 готов заплатить даже эту непомерную цену. Слушаюсь, господин генерал-полковник. Идите и берите Маккензи 2. Слушаюсь, господин генерал. Они не возьмут ее и завтра. Именно завтра. И только завтра. Фюрер приказал взять Севастополь 22-го. И я возьму его 22-го. Для этого мне и нужна Маккензи 2. Агентура доносит, что сюда идут корабли, генерал. Вероятно, везут свежее пополнение. Не пройдут. Никогда не пройдут. Я брошу на них всю авиацию и всю артиллерию. Как отошли? Что там у них? Полк Волкова не выдержал удара и отошел к станции Маккензиева города. Сам Волков тяжело ранен. А что, командир дивизии? Соедините меня со штабом дивизии. Есть. Тополь! Тополь! Оголили важный участок фронта до линии железной дороги. Отошли. Ну что, нашли командира пока дивизии? Пока нет связи. Я 7-й. Товарищ командующий, вверенной мне дивизии... Она уже не уверена вам. Другие дивизии стоят, а вы... Вы трижды давали мне слово и трижды бесчестно обманывали меня. Разрешите объяснить? Не разрешаю. Комрих Монахов. Я? Примите командование дивизии. Есть принять командование дивизии. А вы недостойны защищать Севастополь. В тыл санитарным самолетом. Кира! Капитан Петров. А, Петров. Вам сколько лет, Петров? 32. 32. Да, вам бы жить да жить. Но сегодня вам придется умереть, но не отступить ни на шаг. Вам понятно, Петров? Есть, умереть, но не отступить. Сообщи глубину.
Заплутали, что ли, дорогой товарищ командир? В море не плутает. Это не лес. А стоим. И кого ожидаем? Туман. Ориентиров не видно. А их что, увидеть надо? А как же. Кругом же минные поля. На своих же минах можно взорваться. Ну да. Один пинжак капкан на медведя поставил. Да и забудь где. Да сам в него и попади. Да осенью. Да к ночи. Да в волчье время. Ух, что страху вынес. А раздует, так ведь и налетят. А, дорогой товарищ командир? Ничего. Зачем раньше времени тосковать? Верно. Верно. Товарищ командующий, порядок движения кораблей по фарватеру. Первым идет Красный Крым, за ним Красный Кавказ, Харьков, Бодрый и Незаможник. Всем двигаться вперед и действовать согласно плану. Есть! Всем двигаться вперед и действовать согласно плану. Идем. Штурман, курс? Курс 94. Курс 94, товарищ адмирал. Ну, готовьтесь. Слушаюсь. Это же вкусно. Нравится вам, солдаты? Да, экселленс. Как из лучшего ресторана. Да, вкусно, экселленс. Извините, экселленс, вас к телефону. Was heißt Stellungen halten?
Что значит держится? Вы ослабили напор и тем самым вызвали у врага надежду, что наши силы на исходе. Лишите их этой надежды. Любой ценой прорывайтесь к берегу. Не считайтесь жертвами. Экселленс. Только что сообщили, что на море установилась полная видимость. Это же замечательно. Немцы прошли рубеж 5. Хорошо. Итак, ни одна бомба не должна упасть на корабли. Сбивать юнкерсы будем в другой раз. Сегодня только разгонять. Охотиться за отдельными самолетами запрещаю. Ну, а как? Как договорились, Губри, будете давить батареи. Есть, товарищ генерал. Хорошо. Вопрос есть, товарищ Прошу. Генерал. Вы говорите, не сбивать. Так. А как быть, если юнкерс сам прицел влезет? Ну, если сам влезет, значит, судьба у него такая. Сбивай. Так, ждите зеленой ракеты. Желаю удачи. Уходи, санитар! Санитар, не уходи! Здесь! Здесь я! Опять лезут. Рубеж 2. Прошли рубеж 2, товарищ генерал. Подождем. Angreifen und wieder angreifen. Атаковать и еще раз атаковать. Рубеж 1. Рубеж 1, товарищ генерал. Пора. Ну вот, на 10 минут. Бои горючие изберегли. Ну что, летим, Коля? Летим, товарищ генерал. Санитар!
тебя так? Что бы ты без меня делала? Ну, давай-ка сюда. Давай. Возьмись-ка за шею покрепче. Ко мне! Они уже на высотке за кладбищем. Вышиби их оттуда. Прикрой высадку. Понял. А, ты здесь. Здесь, товарищ полковник. Молодец, пиджак, молодец. Смотри, не подведем, народ. Не подведем, мы еще никогда не подводили. И я с вами. Я сюда. Ходи. Быстро, быстро. Я пошел с Грачевым. Встретимся на КП в 23.00. Есть. Бушин. Бушин. Здесь. Быстро догони Грачева. Есть. Thank you.
Дислокация! Готовы. Здравствуй. К позиции нет сил и средств. Не то, что продвинуться хоть на метр вперед. Дивизия тает. Моряки 8-й бригады несут большие потери. Николай Иванович, прошу тебя, хоть один батальон полного состава. Трудно. Карту. Смотри. Смотри, что делается. Товарищ бригадный комиссар, но поддержите меня. Крылов говорит. Мне надо командира 3-го полка. Дайте мне 145-й. Каштан. Каштан. Через час буду у вас. Привести в боевую готовность резервный батальон. Алло! Говорит Бочаров. Ну что ж, пойдем посмотрим. Слушай внимательно. Поручи командирам и политработникам довести до каждого бойца. Наши войска взяли Керчь и Феодосию. Понял? Я ничего не знал. Они должны это знать перед атакой. Ну, действуй. Любопытные Варваре нос оторвали, как говорила моя бабушка. Наши войска взяли Керчь и Петру! Впереди труп бежит, не дождался темноты. Петь, опять, слышь? Наши наступают. Слышь, Петь? Наши войска взяли Феодосию! Петь, опять! Наши войска Феодосию взяли! Василий Петрович, проводи меня в первую роту. Ага. Пошли! Товарищи! Наши войска... Кричи давай. Эй! Наши войска Феодосию взяли! Наступление продолжается! Я немного отдохну, а ты вперед. Наши войска взяли Керчь и Феодосию! Ребят! Ребята! Ну, чё? Ну. Наши взяли Керчь и Феодосию. Ура! Подозрительную привел. По передовой ходит. Ходит и смотрит. Ты помнишь, в нашей бухте сонной цвела зеленая вода? Александр Блок. Это секретный пароль. Все в порядке. Юра! Быстрее!
Меня зовут. Уже? Ну что ж, я вас провожу. В прошлый раз вы меня провожали, правда, без особого энтузиазма. Неправда. Правда, потому что я все видел. И ничего не увидели. Ну, а теперь я вас провожаю. Тоже без энтузиазма. Да, потому что уже надо расставаться. А вы что же, ночью ходите по передовой, смущаете бойцов? Вы часовых наших пугаете? А вы же ничего не знаете. Мы с девчатами ходили на сахарную головку. Попросили там девчат из комбината передать им, нахалюгам этим, варежки, носки шерстяные, а заодно и брата повидала. Заодно и Чука? Чука? Ой, не смешите меня, пожалуйста. А, кстати, это он мне сказал, что вы прибыли. Да, матросский телеграф. Вот, пожалуйста, вам варежечки. Возьмите. Вот, носочки. Спит. Да. Коль, у тебя постирать есть что? Не. Опять началось. Вам лучше уйти. Здесь небезопасно. До свидания. До свидания. Если будете в городе, там на почте я оставлю записку, где меня найти. Нина. Ну, как дела, солдат? Товарищ генерал. А я вот пришел орден тебе вручить, награду. Служу Советскому Союзу. А вы помните? Помните, как я к вам первый раз пришла? Помню. Все помню. Спасибо тебе за все. А помните, Иван Ефимович? Все. Кончилось. Что вы сказали? Товарищ командующий. Умерла. Анилова.
позволение сказать, полководца, три армии. Ему бы к перекопу идти, он стол, как бык, на бойне лоб подставил. Петров, это военный совет, не забывайте. Мы артиллерию за него держим на голодном пайке. Патронов мало, гранат мало, все им так воюйте ж, как положено. Теперь они Феодосию сдали противнику. А каких она жертв стоит? Прекратите. Придете в себя, тогда будем разговаривать. Перерыв на 15 минут. Иван Ефимович, ну нельзя же так. А командующим фронтом при подчиненных. Тем более Мехлис там. Он любого командующего в бараний рог согнет. Да. А какой он полководец, мы знаем. Мы воюем людьми, товарищ Кулаков. Людьми. И когда генерал Козлов, Кулик или Мехлис сокращают нам боеприпасы, не дают нам танки, объясняя, что им нужно для разгрома врага, мы должны это заменить людьми. Вот почему я так. Ведь Манштейн ни одной дивизии от нас не оттянул. Мы это понимаем, Иван Ефимович. Не дети же перед вами. Но изменить ничего уже нельзя. Если бы можно было, разве бы я кричал? Степаныч, подай ключ. Здравствуйте, товарищ Сарина. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Мой танк ремонтируется здесь. Экипаж погиб. Я остался один. Вот ребята согласны пойти со мной. Вы что, на передовую? Да. Как думаешь, Петросян, можно отпустить? Оба токаря? Да. Да. Трудно. Очень трудно. Надо отпустить. Да. Ни в январе, ни в феврале сломить оборону немцам не удалось. И Манштейн приказал остановить наступление. Потянулись долгие недели осады. Галка, проверь линию! Ладно! Буду рад познакомиться. Слышал про тебя, слышал. Приятно с вами познакомиться. Я не почуваю. Я тоже рад с вами познакомиться. А, по губам я понял теперь тебя. А что такое, тату? Бомба ночью оглушила, и теперь я не чую тебя. Оксана! Сейчас! Та як же тепер? Ну что, жаль, не почую, як ти співатимеш, але не почую, як і дурні розмовляти будь. Преимущество. От, знакомся, Юлькін. Товариш, да. Оксана. Оля, в Іспанії були, так? Да? Я був. Я теж заходив туди. Барселона хороший городок, хороший. Монашества тільки дуже багато. А так чистий, обхождення хороше. Хороша страна. Хороша. Жаль її. Жаль, жаль. О, братуха. Ей, братуха! Харчі бери! Свеженькая! Утреннего обстрела! Извините, часу нема! Спасибо! Пошел! Привет, мичман! Привет! Это вот Женькин линкор ремонтирует. Давай. Женька, мой сын, служил на нем. Знаю. Где он теперь? Да. А там... У тебя была девушка? Где там? В Испании?
Угу. Нет, конечно. Нет, а почему? Там же красивые все девушки. Девушки везде красивые. Панорама. Приходько слушает. Да, у нас все в порядке. Знаешь, а мой батька однажды влюбился в итальянку. Давно это, правда, было, когда он еще матросом на пароходах служил. До революции еще. Меня в ее честь назвал итальянским именем. Юлия, разве это итальянская? А я Джульетта по паспорту. Каждый спрашивает, где твой Ромео? Молчал ведь батька. Только когда мама умерла, сказал. Почему-то вдруг стало страшно. Что это, Юль? А хочешь? Я буду твоей девушкой. Ты и так моя девушка. Разве нет? Да. Город продолжал жить и работать. И в дни затишья, и во времена самых тяжких сражений жители Севастополя трудились, не зная отдыха, помогая фронту всем, чем возможно. Их самоотверженной работой руководил городской комитет обороны во главе с первым секретарем горкома партии Борисовым. Товарищ Юприходько. Что здесь делаешь? Да я так. Насчет рыбки совещание тут. Саш, парень. А ты что? А я в горком комсомола. Вот тут Сарина обещает наладить подачу электроэнергии на спецкомбинат номер один. А за нами дело не станет. Ты ж Кириллов месяц назад обещал пустить в ход второй генератор. Вот он до сих пор пускает. Вот мы и спросим у товарища Кириллова, в чем дело. Товарищ Кириллов, а где же он? Разрешить? Да-да. Товарища Кириллова не будет. Почему не будет? Он погиб. Как погиб? Да я час назад с ним по телефону говорила. Да вот только что. При бомбежке. По дороге сюда осколком. Насмерть. Так. Вы заместитель Кириллова, товарищ? Так точно, техник Волков. Да-да, я вас помню, Волков.
А с этим генератором что получается, Антонина Алексеевна? В другое бы время списать его в утиль без всяких разговоров. Ты разрешишь на полчасика полиции? Иди, иди, не хожу. Так что ж ты предлагаешь, не пускать второй генератор, что ли? Да нет. Делать, конечно, надо. Подумать надо. А ты думай. Думай, Волков, только поскорее. Так, до свидания. До свидания. До свидания. Терещенко? До свидания. Командиры боевых дружин собрались? Собрались. Приглашай. Ну и как? Не боишься? Ничуть. Наоборот. А что это значит-то? Наоборот. Да рада, что наконец-то буду делать настоящее дело. Саша, позови. На, стрелять умеешь? Умею. Я даже с пробелом стреляла. И попадала. Попадала. Садитесь. Ну вот, знакомить вас не надо. Это ж моя племянница. Ее будем переправлять? Ее. А я ведь сразу догадался, как увидел. А я нет. Ни за что бы не подумала. Это хорошо, что не подумала. Ну, потому мы и здесь. Что же ты не подумала? Верно, товарищ Нефедов? Так точно, Алексей Николаевич. Ну, значит, переправляем. Сворачиваю рацию. Угу. Волончук, я ухожу. Слышно, Юля? Все сделаем. Весною в Крыму нас постигла серьезная неудача. На Керченском полуострове армии, которыми командовал Козлов и Мехлис, понесли тяжелые поражения. 8 мая ударная группировка немцев при поддержке многочисленной авиации прорвала оборону под Севастополем, и наши войска вынуждены были оставить Керчь. Манштейн мог теперь сосредоточить против Севастополя все свои силы. Mensch, du schaffst ja die Kirche mit der Kerne. Was machst du da? Du willst mal Scharfschütze werden, weißt du? Weißt du? Was geht an? Wie viel kostet? Да, да, да.
Полностью разрушить? Или что-то надо сохранить? Ценных объектов в городе нет. Я подумаю об этом. 6:30. Уже светло. В мае мы им перекроем все морские пути. Русские аэродромы простреливают с артиллерии. Весьма успешно. Усилить постоянный обстрел возможно? Полагаю, что сможем. Гитлер направил в Крым воздушную армию Рихтгоффена. В ней было более 1000 самолетов. Да? Рабочая дружина пришла. Сейчас, хорошо. Саша! Я. Бери людей и давай на почту. Да. Титов! Сколько вас? 38 человек. Мы обладаем 10-кратным преимуществом в наземных средствах и неисчислимо сильнее в воздухе. Севастополь отрезан. Лишь горстка безумцев с коммунистическим фанатизмом и упрямством продолжает защищать эту груду камней и пепла. Водка стынет, каша выдыхается. Почему не кушаете? Не кушайте, дорогой товарищ генерал. Это плохо, когда солдату не кушается. Слышали мы, что они с Севастополем сегодня сделали, гады? Нет сил терпеть, товарищ генерал. Да мы их разорвем к чертовой матери! Разведка доносит, что завтра немцы начнут штурм наших позиций. Они уничтожили город, чтобы внушить вам мысль, что нам и защищать-то уж нечего. Одни камни. Хочу, чтобы вы ясно поняли, город Севастополь защищает страну свою сегодня. Пока мы их тут держим, никуда они не двинутся. Вот поэтому мы будем держать и камни, и песок, и стоять насмерть. Ну, что скажете, товарищи? Что мне передать военному совету? Будем стоять насмерть, товарищ дивизионный комиссар. Ясно. Просьбы, жалобы есть? Автоматов побольше. Да и гранат хотя бы по две на брата. А то одна на двоих. Ну, куда это? И компоту не дают. А что за компот? Что вы называете компотом? Вареные сухофрукты в воде с сахаром. На кораблях, Иван Ефимович, краснофлотцы на третье дают компот. Ах, вот вы о чем. Угу. А что без компота? Не выстоите? Выстоим, товарищ командующий. Командуйте спокойно. Исполним.
Ну, спасибо. На добром слове. Я остаюсь здесь, Иван Ефимович. Угу. Ну, Потапыч. Понятно, товарищ генерал, понятно. Пойдемте, товарищ Чухнов. Вас к телефону. Жадилов слушает. Я слушаю вас. У меня есть. Дай бороду. Да. Есть. Даю полковника Горпиченко. Товарищ полковник. Горпиченко слушает. Как дела, товарищ генерал? Ничего, живы. Чайковского слушаем. Немцы пока молчат. Я знаю, что собираются. Ничего. У меня есть чем встретить. Я готов. До свидания. Гегешидзе! Батальон подходит уже. Давай, давай, Хлоков. Гегешидзе, иди. Пошли. Пожалуйста, сообщи. Петрович, в первый батальон. Быстро к своим, живо! Ласкин, жив? Связь не. Связь быстро. Связист, связь комдиву. Глаз цел? Посмотри. Целый. Связь давай. Соедини меня с первым. Быстрее. Ты бы КП куда-нибудь поглубже перенес, в подвал, что ли? Как же я, Михаил Георгиевич, из подвала боем руководить буду? Ну, ну связь есть? Придумал бы что-нибудь. Давай. Алло. Алло, Ласкин говорит. Кто это? Рупасов, поддержи Шашо и Чернявского. Всем, что есть, до последнего снаряда бей. Что там? Шашо окружают, спасай его. Алло, алло, ты меня слышишь? Алло. Шнырь! Шнырь! Миша, веди его к батьке. Не задерживайся! А, исполним. Чук, помоги Пинжаку, беги! Не останавливайся. Ну пошел! Пошел! Севастополь захотели.
едем. Смотрю, не то лошадь, не то человек. Впереди, а у вас? Санитары сюда, быстро! Фот! Что? Кемер Фот, переводчика сюда! Переводчика сюда! Что он говорит? Слушай, не мыклий! Отрывая! Он говорит, что через несколько минут будет артподготовка, просит уйти как можно скорее. Когда начнется артподготовка? Ван беги на артиллерифуэр. Через несколько минут, сейчас же. Ясно. Что думает комиссар? Надо отводить людей. Правильно, надо уйти. Только уйти не назад, а вперед. Немецкие окопы. Согласен? Да, пойду готовить людей. Молодец, Пинжак. На том стоим, дорогой товарищ полковник. Перевязать на носилки и в санбат. Ну, Иван Андреевич. Все готово. Пойдешь на левом фланге. Поднимаешь сразу за мной, без шума. Есть. Пошли, Толя. Вперед! За Родину вперед! Я Сокол, как слышите, прием? Вас слышно отлично, отлично! Потапов говорит. Товарищ генерал, взяли позицию немцев. Высота? 3-0-1. 3-0-1. Окопы наши уничтожены полностью артогнем противника. Вас понял, товарищ генерал, ясно? С третьим сектором связь наладили. Проверяем, товарищ генерал. Да. Топаль, топаль. Пробьем, товарищ генерал. Понял. Капитохин. Это Крылов. Ну, хорошо. Слушай. Положение под Севастополем, Георгий Константинович, сложилось крайне тяжелое. С рассвета и до заката немецкие самолеты патрулируют над морем и топят все, что видят. Ночи теперь короткие, поэтому снабжение морем резко сократилось. И у них острая нехватка снарядов, мин, гранат. Что, поезда пошли? Да. 6 часов. А что у немцев? После 7 дней штурма противник продвинулся почти на всех направлениях. Я знаю, я спрашиваю о соотношении сил. Пятикратное преимущество. Пятикратное. Вот вам и Манштейн. Пятикратное преимущество на земле и абсолютное в воздухе. Конечно, с такой-то силой. Сколько продержится Севастополь? 25-26 июня. На больше трудно рассчитывать. Передайте от имени Ставки Октябрьскому Петрову, что каждый день обороны Севастополя имеет огромное, неоценимое значение. Они сковывают стратегические планы врага.
Ну, впрочем, они сами это хорошо знают. Просто передайте. Надо продержаться как можно дольше. Товарищ Борисов, коммунистический отряд построен. А, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Товарищи, городской комитет обороны высоко оценивает вашу готовность защищать наш Севастополь с оружием в руках. Мы надеемся, что товарищи, которые остаются у станков, достойно заменят вас здесь. Ну, желаю вам боевых успехов. 30 дней продолжался третий, самый яростный штурм Севастополя. Бомбардировки, обстрелы сверхтяжелых осадных орудий, специально доставленных сюда. Разрушено было все, что можно разрушить. Остались только камни и люди. А люди продолжали сражаться. Ни одной дивизии не мог отозвать Гитлер из Крыма. Напротив, он должен был слать сюда пополнение, ибо потери немцев возрастали с каждым часом. Но и силы защитников Севастополя были уже на исходе. Что с ними? Отравились в парах бензина. Всплыть не могли, самолеты до ночи висели. Все лодки доходят сюда. Сегодня дошли мы. Не кричите, лейтенант. Дайте еще 20 снарядов. Берите то, что вам дают. Хоть по 6 снарядов на ствол. Вы видите, как они нам достаются. Послушайте, капитану. Берите. Нельзя же так воевать, там же люди гибнут. Слышь, возьми мои снаряды. Мою батарею разбило. Все люди погибли. Да. Вон сержант прибежал. Поторопитесь, товарищи, побыстрее. Лодка должна уйти до рассвета, поторопитесь. Возьми меня к себе, а? Я командиром орудия, а он наводчиком. Лейтенант Кокин. Бондарев. Ну что ж, спасибо, Кокин, принимаю. Ну-ка, пошли, показывай. Сержант, пошли. Старший лейтенант, машина к вылету готова. Добро. Огонь по нашей батарее! Не жалейте вы нас, товарищи! Немцы кругом, нас уже не спасти! Огонь по мне! Ну что же вы там? Вещенко! По батарее Пензина! Огонь! Come in.
Что, Пензин? Я разрешил открыть огонь по его батарее. Он сам просил. Очень просил. Пинжак, вот где! Там такое творится, на силу вас нашел. Принес? Принес. Хватит. Даже останется. Попить ничего нет. Вася. Ну как шампанское? А водички нет запить? Воды нет. Вода у немцев. Че, и кашу на этом варьте? И кашу на этом варим. Этак сопьешься к черту. Пинжак. Аишки. Держи. Носи на здоровье. О, спасибо. Спасибо, дорогой товарищ командир. Вроде. Наконец-то дождались. Отходить, всем отходить! Лёва, прими команду. Пошли, ребят, я с вами проведу. Надо. Возьми безотказный. Ходите отсюда. Меня не ждите. Ходите, приказываю. Грачев, не задерживайся, а. Ходите. Дорогой товарищ командир, быстро наверх. Мичман, без тебя не уйдем. Будем ждать наверху. Скорее, скорее, скорее. Профессор, вы почему же не идете? Мы специально заехали за вами. Товарищ член военного совета, медицинский персонал принял решение разделить судьбу раненых до конца. Вот с последними ранеными я и уеду. Вы же не просто врач. Ваше знание и опыт нужны... Нет, нет, я уеду только с последним этапом. Прошу не уговаривать, Николай Михайлович. Ну-ну.
Кинжак. Братцы, кинжак. Кинжак с нами. Кинжак. Бей их. Бей их, гада. Кинжак. Саша, ну что? Как вы думаете, сколько еще будет кораблей с большой земли? Думаю, что мы последние. Целый день висит над головой. Будет чудо, если доберемся до Новороссийска. Ну, вам чудеса не в первый раз, Василий Николаевич. Батарею Пискунова, Хомича, Баранова. В результате огромного преимущества в технике и живой силе сегодня, 29 июня, к исходу дня противник овладел Максимовой дачей, хутором Дергачи, корабельной стороной. Наши войска заняли оборону на склонах исторического бульвара. Нами взорваны спецкомбинат номер один, телефонная автоматическая станция и железнодорожный тоннель. О подходе кораблей ничего? Нет. Крепко я надеялся, что удержим Севастополь. Мы свое сделали. Говорит полковой комиссар Михайлов, производите погрузку раненых прямо на взлетной полосе. Как аэродром? Связь восстановлена, товарищ генерал. Не выключая моторов! Товарищ генерал, вас ждут. Что-что? Не слышу! Слушаю вас, товарищ командующий. Вам, как коменданту этого сектора, поручается возглавить оборону. Иван Ефимович, сдайте командование Новику. Всем остальным приказано отбыть в распоряжение генерального штаба. Пока мы живы, Иван Ефимович, должны выполнять приказы. Петр Георгиевич, даю тебе слово коммуниста. Все, что в человеческих возможностях, будет для вас сделано. Все подводные лодки, все катера, все, что возможно, будут направлены к вам. Держитесь.
Есть, товарищ командующий. Передайте, Новиков временно покинул свой командный пункт. Кроме раненых и связистов, всем за мной! Товарищ комиссар! Приготовились к атаке! Коммунисты, вперед! Прошло 2 года тяжелой войны. год. 9 мая. Сапун-гора. We'll be right back.
Севастополь. Рота, смирно! Товарищ полковник, рота разведки, выполнив задание, находится на отдыхе. Боевые хранения выставлены. Докладывает старший лейтенант Иванчук. Вольно. Вольно! Молодец, Иванчук, молодец. Значит, тебя и всех твоих хлопцев к награде. А сейчас, не теряй времени, возглавишь группу преследования. Как же так, товарищ полковник? Столько месяцев пробивались сюда. И не взглянуть на Севастополь. Так нельзя, товарищ полковник. Повторить приказание? Есть! Возглавить группу преследования. Вот, танки там впереди. Карета вам подана, сажай своих хлопцев и давай вперед. Да, батальон Васильева следом за тобой. Рота, становись! Становись! Становись, становись! Счастливо. Подравняться, подравняться. Смирно! Направо! Соснин, поведешь роту. Есть. Шагом марш! Твердые крепки шли на штурм моряки, шли взрывчаткой себя опоясав. И как вместо свинца в бой бросали сердца, если не было боеприпасов. Товарищ капитан 3-го ранга, тральщик 333-й прибыл в главную базу Черноморского флота. Докладывает командир отряда тральщиков лейтенант Грачев. Здравствуйте, товарищи черноморцы! Здравствуйте! Героическая оборона Севастополя была одним из самых ярких эпизодов Отечественной войны и оставила глубокий след в сердцах нашего народа. Чувство восхищения и гордости охватывает нас при мысли об этом подвиге. Севастопольцы показали всему миру, как надо любить и защищать свою родину. Никогда не иссякнет наше благоговение перед памятью павших. Слава Севастополю, гордому и прекрасному нашему городу!